Всем привет. Хочу посмотреть, что нам пришло сегодня. Посылочка такая. Так. Тут Дирк Бест. Он отправил. А это у нас. Это у нас приставочка. О, ребята, значит, сейчас будет только распаковочка. Потому что разбираться с ней придется долго. Ну, относительно долго. Значит, это у нас Mi 4. Свеженькая. По крайней мере, я пока еще ни у кого ее не видел. Да, красивенько и маленько. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сравните с телефоном. Охо-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 хо. Малюсенькая пришла. Ну, то есть вы видите, да, что у нас там по размерам. Сейчас размерчики быстро. Девять с половиной. Полтора, чуть больше, там 1,7, 1,8. Да, ну как обычно. Значит, питание. Не пойму, что это. Ну, HDMI, USB. Причем USB по цвету не скажешь, что какой. А что у нас говорит коробочка? Так, 64 бита. 2 гигабайта, 8 гигабайт. Так, 4, 1. 4К, HDR, плюс HDR. Кодек H265, 60 FPS. HDMI 2.0. О, 2.0. Ну, все, больше особо ничего нету. Ну ладно, давайте еще посмотрим, что здесь есть. Паспорт. Паспорт на китайском языке. Голосовой пульт. Батарейки, пульт, HDMI кабель. Питание. А, вот что это. Это джек 3,5. Аудио вход. Угу. Хорошо. Кстати, будем использовать его сначала с телевизором не 4К, а с обычным телевизором. Потом посмотрим, как он работает на 4К. Так, дальше что у нас тут еще в коробочке? Ну да, все красивенько. Все красивенько. Питание 5,2 вольта, 1,9 ампер. Угу. Да, вот такое питание. HDMI. Ну, самое главное, чтобы он был мягкий, да? Ну, в принципе, не назовешь его самым мягким. Поэтому, ну, так немножко корежится будет первое время. Ну, посмотрим. Ну, и планы закрепить его за телевизор, чтобы он где-то был. К сожалению, не делает Xiaomi каких-то креплений к телевизору. Поэтому придется что-то колхозить. Но, с другой стороны, под телевизором тоже будет очень неплохо смотреться. Такой тяжеленький. Ага, ничего он не тяжеленький, что ты. Очень даже легкий. Прикольно. Выглядит. Насколько я понимаю, это должен быть Bluetooth пульт. То есть он может действовать с другой комнаты.
Три А батареечки придется где-то тут пошукать у нас. Ну вот так вот, вот так вот. Поэтому, ребята, что делаем? Потихонечку подключаем, а потом еще раз выйдем в эфир. А сейчас пока пауза. Больше я ничего про него сказать не могу. Значит, приобретен был на Гербесте по акции. Не помню его цену, цена будет рядом. Значит, и приобретен еще с помощью купонов. Кстати, купоны распространяем в группах, в группе на Фейсбуке и на странице в Фейсбуке, также в Инстаграм и Google Плюс. Если вы подпишетесь, то будете всегда владеть актуальными купонами на продукцию Xiaomi. Ну и не только. Поэтому вот так вот. Так, ну что? Телефон не нужен. Я думал немножко что-то другое в этой коробочке. Ладно, все, пауза. Так, давайте продолжим. Значит, смотрите. Все делаю прямо при вас. То есть, так же, как и вы, купите и будете все это делать, да? Значит, на моих ошибках учитесь. Меня строго не судите. Меня строго не судите. Поэтому поехали. Значит, вот так это выглядит. Вот лежит, значит, обращаю внимание, вот такая вот Mi 4, Mi Box 4. И для примера стоит вот самсунговская док-станция, да, вот такая с двумя USB, ну и так далее и тому подобное. То есть это давнишняя самсунговская. Итак, поехали. Значит, он нам предлагает, причем пока все на китайском, естественно, смотрим на экран и действуем дальше. Значит, он нам предлагает нажать две кнопки, да, 20 сантиметров. Нажал. Пошло, отпустил. Ага. Так, он нам предлагает законнектиться. Законнектиться, коннектимся. Ага, пароль. Ой, большие буквы же придется писать, да? Ой-ой-ой-ой, все так плохо. У меня пароль-то такой. Так, пока я паузу поставлю. Так, идем дальше. Значит, пароль, естественно, я ни от кого не скрываю. Мне просто не знал, какие буквы. Так, теперь Enter, Enter, Enter. Наверное, вот это вот по-русски. Ага, коннектится. Ладно, поехали дальше. Тири-тири-тынь. Что надо? Центральную кнопку. Нажимаем, давайте я буду показывать, да, кстати. О, голосовое, да что я могу сказать? Вы что, шутите? Привет всем. Ой, что надо? Не знаю, что надо. Но он ничего не предлагает, поэтому выбираем обычно. Окей. Ой, номер телефона. Какой номер? Вы что, шутите? Если... Да. Да нет, никакого номера я не могу ввести, потому что у меня нет китайского номера. Ну, извините. А, кстати... У нас есть партнер в Китае, который, может быть, даже мне может помочь активировать это. По крайней мере, дать свой номер телефона. Если я не разберусь... Нет, он дальше не выходит. Черт побери. Давайте так. Нет, не дает. И вверх не дает. Никуда черт не дает. Так, звук добавить, убавить. Круто. Вот так вот звук убавляется. Так звук прибавляется. Да, мне надо пульт держать. Дом. Нет. Назад. Нет.
Меню. Нет. Тынс. Нет. О! Так, дальше. Типа пропустить. Отлично. Так, смартфон. Если у вас смартфон. Блин, учетная запись не та. Так. Так, так, так. Ну и что делаем? Фу. А, QR-код. А через что? QR-код. Да ёкарный бабай. Да что ты будешь делать? Чем считать-то? Я не знаю. У жены нету никакого приложения, которое QR-коды считывает. Ой. Так. Не знаю. Видимо, пропускаем пока. Опа, китайское меню. Так, ну что, я держу телефон, там он не нужен никому. Так, 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 поехали дальше. Настроечки здесь есть, по-моему, да? Вон, видите, шестереночку. Ага. Хоп, нет. Хоп. Давайте все-таки идем. Может, мы какие-нибудь настроечки можем изменить. Скорость измерять, ми. Ну, давай. О, Михома есть. А, любимый Михома. Умный дом будет шпарить. Так, Wi-Fi Зеленогорск. Да, так. Шестереночка, что мы здесь имеем? Кто помнит, что? Прежде чем выбрать, да, попробуем спуститься. А, ну, видимо, там какие-нибудь 60 FPS там или еще что-то. Хотя настройки-то этой, ну, наверное, да. Да, 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 надо с Китаем дружить. Ребята, раз мы собираемся покупать их технику, тогда надо изучать. Попробуем вправо. Хопа, ой, какой ужас. Хопа, мальчик или девочка? Мальчик. Ну что это, год рождения, что ли? Да какой ужас, не, ребята. Ну, это что? А, все, понял. Это закрытие от ребенка. Он предлагает пароль. Так, еще раз пошли. Ой-ой-ой-ой-ой, а как же нам назад-то выйти? Блин, назад, назад. А, ну все, да, то есть... Получается, что мы можем только это защиту от детей. Ну что, попробуем еще рискнем. А, если что, к заводским установочкам вернем. Ничего не меняется. Влево. Ничего не меняется. Вправо. Какой ужас. Ничего не понятно. Справа. Какой ужас. Так. Кек. Кек. Ой, какой надо запомнить. Вот такой вот был. Да. Так. Вправо. Аккаунт ми, да? А, магазин ми. Что-то еще, еще что-то, ми, наверное, форум. Ну, я не знаю, смысла особо тут крутить. Я боюсь, пока не то накручу. 4, 8, 12. А сколько было? Два было. Блин, на мой телефон кто-то звонит. Видите, да? На русском языке определяется. Кому интересно, на канале есть. Как это сделать? Видео. Вправо. Опа, картинка. Опа, часики. А, то есть заставка по умолчанию. Я хочу часики, мне прикольно. Часики можно
Мировые там часы много-много. Вот с погодкой, да? С погодкой берем, ну, не красного цвета, конечно. Вот так вот, наверное. Пока вот это попробуем, а там посмотрим. Так. Ой, какой ужас. 97-й. Что 97-й? Так, ладно, выбрали. Давайте назад пойдем. 60 FPS, 90, 120. Не знаю, FPS ли это, я не знаю. Так. Bluetooth. Ну что ты там, может, что-то увидишь? А, кстати, вот я попробую, спрятав пульт, да, нажать, допустим, назад. Да, без проблем действует это Bluetooth пульт. Так, это что такое у нас? Security какое-то. Вай, какой ужас. Вай, какой ужас. Так, ми аккаунт, кстати. А, вот обновление, да? Ну, давайте посмотрим. 1.58. Ми ТВ. Ой, 1.558. Ну, разве вы не прочитали? Это же просто написано, что актуальная версия у вас стоит. У-ху-ху-ху-ху. Так, красный значок. Звук, настройка. Это что, изображение? А, да, вот 1080. То есть, ну давайте пройдемся. Ну, естественно, телевизор-то не позволит ничего другого сделать. То есть 1080 сейчас стоит, да? Эть, и все. 60 МГц я могу. Ну, меньше это понятно. Меньше понятно. То есть по умолчанию он выбрал это. Что еще? 100% чего? Звука, что ли? Да, с настройками все. Единственное, ну-ка в Михома попробовать зайти. Так, видео-то затягивается, поэтому извините, ребята. Такое вот дело. Так, паузу поставлю, учетку свою введу. Так. Вот такое вот тididin. Значит, мы имеем... Что-то у нас там случилось с ребенком. Ладно. Значит, смотрим. Хо-хо! Точно. Сейчас покажем себя. Спальня. Тирин. Эй, вы. Эррор. Какой эррор? Что такое? Ну, елки-палки. Так, ладно. Мы можем включить свет. К сожалению, я не вижу лайта, он не показывает. А почему? То есть, понимаете как? Я не вижу столько же приборов их. А это что? Это пульт. А, это учетка. Ага. Ну, давайте свет включим. А, не, он по группам разложил. То есть, видите, да, цветная лампа. Это в прихожке. Тиридиринь. Вау, какое меню. Прикольно. Включить. Тудун. Видимо, включил. Так, что с розетками? 4. Кофеварка, зеркало, вентиляция, лампа. А что еще? Камера. Ну давайте попробуем, что там у нас ребенок. Вау, какая! Ребенок у нас нормально. Так, 15:39, на самом деле 14:39, да, чуть-чуть мимо. Так, теперь. Ну давайте тогда сделаем так. В общем, понятно, что
Я когда разберусь в возможностях самой приставки, это видео продолжу. Нет, не это видео продолжу. Это была только распаковочка, первое подключение, первое впечатление. Естественно, нам очень интересна тема Михома. И она у нас теперь на телевизоре. А так приходилось на компьютер ставить какие-то костыли, которые работали через попу. Ну ладно, будем смотреть теперь китайские фильмы. Куда вы? Я хочу китайский фильм. Тирин. Ой, это не китайский фильм. Ну и что? Купите. Конечно, купите, конечно. Нет, не пойдет пока. Пока мы ничего не покупаем. Ну, давайте еще вниз сходим. И на этом, наверное, видео все-таки будет закончено. То есть распаковочка и первое впечатление. Первое впечатление очень хорошее. Значит, о чем я хотел вам рассказать в конце, это все-таки о том, что фирма Xiaomi не планирует развивать предыдущую приставку, а может быть даже эта Mi 4 будет последняя приставка. Ну, последняя никогда нельзя говорить, потому что, естественно, никогда не поздно передумать. А почему? Потому что что-то не так хорошо пошло с Mi 3, которая была на Android TV. Не знаю, я думаю, что это из-за ограничений какого-нибудь этого Гугла, не иначе. Поэтому это последняя приставка, где я ее купил, я дам ссылочку в описании. Смотрите, видео затянулось, извините. Буду разбираться, потом все расскажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем пока.